Давайте возьмем отпуск за свой счет. Ну, давайте в складчину купим автобус. Махнем на Кавказ, в горы. Будем ездить за город, ловить рыбу. Будет что вспомнить. Зигзаг удачи Георгия Буркова. Он стал звездой советского кино, не имея ни малейшего шанса стать актером. Извини, старик, я хотел, чтобы всем было хорошо. Жора обладал таким каким-то магическим обаянием, хотя он был антиартист. Я вам покажу еще, вы меня не знаете. У него даже походка была своеобразная, вот своя, понимаете? Жесты у него были не как у простого человека, понимаете? А именно вот какие-то бурковские. Вы работники умственного труда. Ну и мы тоже. Служебный роман Георгия Буркова. Несколько месяцев он добивался руки своей возлюбленной, а в день свадьбы чуть ее не потерял. Вообще было издевательство. Я уже сказала нет, хватит, позже. Ты что, хочешь уйти сухим? Не хочешь отметить свои женитьбы? Жестокий романс Георгия Буркова. Он мечтал о Дон Кихоте и Гамлете, а играл пьянец и недотеп. Один другого спрашивает. Ты все пьешь? Тот говорит, да. Он мог бы сыграть все. Бурков мог, конечно, сыграть, наверное, и Ромео, понимаете? Но я думаю, что зрители бы падали со стульев от смеха. Выпьем, капитан. С удовольствием. Ирония судьбы Георгия Буркова. 20 лет он ждал свою главную роль. И умер, как только получил на руки сценарий. Сценарий стал причиной его преждевременной смерти. Это автопортрет Георгия Буркова. В 19 лет артист нарисовал себя сам. Портретное сходство минимально. Но именно таким хотел видеть себя Бурков. Он страшно комплексовал из-за своей настоящей внешности. У него такой вид был какой-то странного человека. Он худой очень был. У него был такой какой-то свитер. Потом много фотографий, он, видно, вот все время в одном этом свитере ходил, там, перми, в горошек в какой-то, в белый, красный. И этот самый, он такой весь сам губастый, очень такой худой. И волосы чем-то намазаны были, какой-то вихор такой. И чем-то таким, ну, не знаю, чем-то, каким-то маслом или чем-то мазали. То есть, ну, полный набор непонятного какого-то человека ниоткуда. Татьяна Ухарова, жена Георгия Буркова. Они прожили вместе 25 лет. Редкое постоянство в актерской среде. Встречу с будущей женой Бурков считал главной удачей всей своей жизни. Когда Буркова пригласили в театр Станиславского, Ухарова уже там работала. О новом артисте из провинции она впервые услышала от коллег. До этого о нем много говорили в театре, что взяли такого смешного артиста, но еще не взяли, потому что он там много букв не выговаривает, из Перми, провинциальный, там вообще читает записки сумасшедшего, говорит, смешно и ужасно. Актеры как бы в шутку стали подбирать Буркову невесту. Ухарова, конечно, Ухарова, смеялись все. Татьяна Ухарова была самой невысокой актрисой в театре. Долговязый Бурков и миниатюрная Ухарова – эта пара выглядела бы комично. Но очень скоро шутка перестала быть шуткой. Ухарова и Бурков действительно полюбили друг друга. Я помню, она маленькая такая, пухленькая, тоже с карими глазами, вот эти два черных глаза, очень хорошенькая. Мы с Танечкой познакомились до Жоры. Мы с ней вместе играли «Елки». И я услышала, что Таня совершенно влюблена там в какого-то человека. Бегала, краснела, переживала. И я знала, что у нее какая-то случилась влюбленность безумная. Но я не знала, что в Жору. Я, например, знал Георгия как очень любящего человека. Нежнейшие отношения с Танечкой, вот с Татьяной Сергеевной, да? Впервые они встретились здесь, у доски объявлений. Артисты пришли прочесть приказ о распределении ролей. Здесь, вот на этом месте, где сейчас вот эти вот лопатки замечательные и все эти приспособления, была доска расписаний. И он сюда подходит,
А там, значит, мы все засмеялись и сказали: Танька, иди, там твой пришел. Стоит, это вот, я думаю, то ли заговорит, то ли нет. А там все хихи-хихи. Там. Он говорит: а вы кто? Я говорю: я Ухарова. Он говорит: а, ну тогда да, я Бурков. Вот я говорю, первая фраза, которую мы обменялись. В новом спектакле они должны были играть вместе. Ухаровой досталась роль дочери, Буркову – ее отца. Бурков и вправду почти что годился Ухаровой в отцы. Татьяне 18, Буркову 31. Разница в возрасте 13 лет. Предложение Бурков сделал неожиданно быстро. Сразу после того, как получил деньги за первый спектакль. Премьеру он отмечал, как и положено столичному актеру, в ресторане ВТО. Застолье продолжилось у Буркова в общежитии. Тогда Татьяна впервые осталась ночевать у будущего жениха. Совершенно неожиданно утром, значит, когда я открыла глаза и думала, что же мне сказать, потому что это первый раз я не пришла домой, значит, даже бабушке позвонить, сказать, что я у нее ночевала, всякое-всякое. Долго раздумывала, и что я наделала. И вдруг, значит, он понес и сказал: Таня, ты согласна выйти за меня замуж? Я настолько оторопела, так я и сказала да почему-то. Даже не раздумывая, видно... Мне проще было сказать, что я замуж выхожу, чем я дома не ночевала. Мне как-то нужно было объяснить моим родным. Но дома все равно был скандал. Отец Ухаровой работал корреспондентом в газете «Правда». Незадолго до знакомства с Бурковым в «Правде» вышла заметка о брачном аферисте. Аферист знакомился с молоденькими девушками, а потом из дома невесты пропадало все самое ценное. Внешность афериста – точная копия Буркова. Высокий, худой, темные волосы, на вид 30 лет. Жениха с позором выставили из дома. А Татьяне сказали: поступай как знаешь, но денег на свадьбу с этим не жди. Что-то надеть нечего было. У меня выпускное платье было там с школы. Осталось и туфли такие, ну, с дыркой. Мы носки, я помню, замазывали, чтобы тоже коричневого цвета, чтобы мне было видно, что это палец. Ну и, короче говоря, и все какие-то деньги были, я с дуру пошла в парикмахерскую. Модная прическа скрасит плачевный внешний вид, решила невеста. Корзиночка с начесом, писк моды 60-х. В столичных парикмахерских мастера старались так, что начес получался больше головы клиентки. Когда Бурков увидел прическу невесты, заявил: «Жениться отказываюсь». Первым делом он заставил Татьяну вымыть голову. И мы с моей подружкой, значит, я вся в слезах, она меня отвела в эту ванную, быстренько смыла это все. И вот с такими, значит, уже с простоволосыми, расчесанными волосами, с заплаканными глазами, с пьяным совершенно женихом, нас столкнули в машину, мы поехали куда-то на Таганку, где я была прописана, вот в ЗАГС. В ЗАГСе жених умудрился добавить на грудь. И на словах «поцелуйте невесту» чуть на нее не упал. А он же выше так намного меня был. И стал меня заваливать. Значит, потом кто-то там подхватил меня, удержали. Но так это же не успокоилась тетенька. Она сказала: нет, крепче поцелуйте невесту. Это вообще было издевательство. Он стал второй раз наклоняться. Я уже сказала: нет, хватит, позже. Штамп в паспорте все же поставили. Невеста простила своего жениха. Но когда за праздничным столом Бурков стал ухаживать за ее подругами, терпение Ухаровой лопнуло. На глазах у жениха и изумленных гостей она смяла свидетельство о регистрации брака и выбросила его в окно. В тот же миг Бурков протрезвел. Он понял, что переиграл. Я взяла вот это свидетельство о браке, собственно говоря, взяла его так в комок весь, скомкала и выбросила в окно. И ушла. А, значит, Георгий Иванович кинулся его искать туда вниз. Он его нашел, и когда я пришла домой, он его гладил утюгом. Просто вот разглаживал его прям аккуратненько так, стараясь не сжечь, он что-то положил, его научили, значит, он через какую-то бумажку так разглаживал аккуратно-аккуратно и сказал: вот. Да, они очень подходили друг к другу и были необходимы друг другу. Жора ведь, помимо всего прочего, он потрясающе фантазировал на словах. И я часто говорил: Тане, ты заведи магнитофон, записывать времени не было.
Через неделю молодожены получили известие. Мама Буркова едет в Москву знакомиться с невесткой. Вдруг она видит меня, и не скрывая, вот так вот просто у нее появляются слезы на глазах, и она на меня с ужасом таким смотрит, чуть не плача, и говорит: сынок.